В детской музыкальной школе накануне празднования Международного дня учителя состоялось торжественное мероприятие. Концертный зал детской музыкальной школы гостеприимно распахнул свои двери для приглашенных гостей, педагогов детских школ искусств Амурского района. В этот день поздравлений, слов благодарности, невольно ощущаешь себя причастным к чему-то особенно важному и в то же время задумываешься о значении всего происходящего в твоей жизни. День учителя. Вслушайтесь сердцем в эти звуки, что дороги нам, всем, что связано с юностью, с детством. Мы обязаны учителям. Вы выбрали непростую профессию, непростую работу, которая проходит через ваши сердца, требует огромных душевных сил и времени. А самое главное, вот этот ваш благородный труд, он направлен на, обращен в лучшее, направлен на будущее в человеке. Я желаю вам оставаться такими же творческими, активными, инициативными, потому что культура Амурского муниципального района занимает достойное место среди муниципальных образований Хабаровского края. В рамках мероприятия состоялось награждение работников детских школ искусств Амурского муниципального района почетными грамотами и благодарственными письмами. Стипендии губернатора Хабаровского края были отмечены лучшие учащиеся. Это все те, кто каждый праздник дарит людям радость и хорошее настроение, кто своим самоотверженным трудом, неиссякаемым вдохновением и верным служением искусству наполняет незабываемыми впечатлениями любой день нашей жизни. Это те, кто поет, танцует, сочиняет стихи и песни, ставит театральные спектакли, организует мероприятия, верно служит культуре, щедро отдавая свой талант и мастерство людям. Традиционно в первые числа октября мы всегда празднуем профессиональный праздник – День Учителя. Творческие достижения педагогов, учащихся нашей школы на международных уровнях, на международном, всероссийском, краевом уровне очень высокий. И по праву нашей школы, музыкальная школа, художественная школа, школа искусств считаются лучшими школами искусств, школами Хабаровского края. А педагоги и учащиеся – самые талантливые в Хабаровском крае. Я благодарю вас за ваш педагогический, творческий труд, за ваши достижения, успехи. Поздравляю вас с праздником, профессиональным праздником Всемирного дня учителя и желаю вам дальнейших таких же успехов, достижений на благо и Амурского района, и Хабаровского края. Школа искусств нашего города – это та школа мастерства, которая дает возможность найти друзей и единомышленников, поделиться своими находками, пополнить копилку собственных знаний и умений. Много интересного педагоги узнали о себе от своих учеников. Я хотел бы пожелать хорошего настроения, много денег и счастья, чтобы они никогда не болели. Веселья. Успехов. Таких хороших учеников, как я. Как я. Как и я. Чтобы они могли играть вообще на всех инструментах. Не ошибаться. И дети слушали учителей, добра и счастья. Побольше детей. Чтобы они не переставали радовать всех остальных. Чтобы они никогда не ругались. Чтобы они побольше зарабатывали денег. И всего хорошего. Да им даже желать нечего. У них все есть. Я желаю всем учителям быть такими же терпеливыми, добрыми. Чтобы они приходили на работу с новыми силами, с хорошим настроением. А мы постараемся не нервировать их. Чтобы они получали всякие премии, чтобы покупать себе хорошие квартиры. Еще долгих-долгих лет жизни. И знайте, что мы вас очень сильно любим. Спасибо нашим учителям. И всем хорошего настроения. Любим своих учителей! До свидания. Для любимых педагогов прозвучала прекрасная музыка в исполнении юных виртуозов, никого не оставив равнодушными. Как настоящие творцы человеческой души, преподаватели, облагораживая души и сердца детей, учат их постижению прекрасного, развивая при этом в учащихся и высокие человеческие качества.